Ты мой сосед, да? А ты, значит, моя соседка. Мне нужен партнер для танцев. Если предложу тебе выпить, зайдешь подрыгаться со мной? За коктейль я тебе и ванну вымою. Ливерпуль 1979-го. Это что, свидание? Ты прекрасна. Это Глория Грэм. Звезда черно-белых фильмов. Настоящая кинозвезда. Узнаю эту гримасу. Получила Оскар. Невероятно. Запах в воздухе. Да, голливудского дерьма. Какой надо быть, чтобы зависать в баре, где на абажурах ламп твой портрет? Мисс Грэм, у вас все в порядке? Мисс Грэм! Фильм Пола МакГигана. Я говорил с врачом. Он рассказал, что с тобой. Отвезешь меня в Ливерпуль? Там я поправлюсь. Надо было меня предупредить, я бы включила электроодеяло. Прости. Основана на реальных событиях. Мы с мамой большие фанаты Глории. Она чертовски красива. Кинозвезды не умирают. Мы не ожидали, что Глория Грэм на нашей кухне будет есть бутерброд с беконом. Настоящего любовного романа кинозвезд. Питер, ты все, что мне нужно. Номинантка на премию «Оскар» Аннет Беннинг. Лауреат премии «Бафта» Джейми Белл. Номинантка на премию «Оскар» Джули Уолтерс. Дети все печенки выедят. И ни один гинеколог не предупредит об этом. И лауреатка премии «Оскар» Ванесса Редгрейв. Скажи это еще раз. Ливерпуль. Кинозвезды не умирают. Тебе говорили, что ты похожа на Лорен Бакол, когда куришь? Да. Хамфри Богарт. Ого. Я тогда так же сказала.